Всем здравствуйте, господа, с вами Феникс, и у нас сегодня в рубрике «В первый взгляд» попалась игра под названием «Leviathan Warships». А, игра вышла на множество различных платформ, таких как iOS, Android, ПК. Колоссально дикой, потрясающей графики, друзья, в этой игре вы не увидите. Игра выпущена специально, в принципе, не для компьютера, а именно для большинства, для iOS и Android и различных планшетов. Потому что сейчас это очень модно на планшетах, на андроидах и на айфонах играть вот в такие игры. И сегодня мы с вами будем одну из таких игр смотреть. Повторяю, что это первый взгляд. Мы будем с вами сейчас смотреть. Игра, кстати, очень интересна. Это морской бой в пошаговой такой стратегии. Кстати, очень забавно все сделано. Давайте посмотрим. Так. Выбирать мы можем, значит, их туториал мы не будем выбирать. Всего есть 9 миссий. Играть можно вдвоем. Игра доступна в Стиме. Но мы создадим на одного. Так. Fleet size 5000 point. Можно переназвать игру, подождать, кто к нам подключится. Либо стартовать самостоятельно. Самое интересное, тут есть кооператив до 4 человек. Это, видимо, смотрите, что сразу бросается в глаза. Очень красивый брифинг, много текста, несмотря на такую маленькую-маленькую игру. Много-много текста. Отличный брифинг. Объект. Что здесь нам нужно достать? Карта. Так, и внизу какой-то командор, я лейтенант Кселисис Митчелл. Ну, имечко у тебя. Ну, в общем, мы и, смотрите, тут даже очень, для такой маленькой игры очень много текста. И, собственно, вот она. Как видим, пошаговая стратегия. Кстати, по графике довольно очень забавно смотрится. Возможности у нашего корабля, как видите, очень большое количество. Из корабля нашего можно стрелять из любой пушки. Мы выделяем объект и стреляем, соответственно, куда-нибудь. Мы также наблюдаем, что наш корабль не видит всю карту. То есть он видит какой-то определенный. Корабли есть разные. Есть вот такие, что-то а-ля дредноут, наверное. Но из этого дредноута мы можем только стрелять. Видим, что он стреляет ближе, чем наш маленький кораблик. Возможности мы видим, у корабля много. Мы можем вешать различные щиты. То есть корабли делятся на классы. Соответственно, эти классы имеют различные свои фишки. Так, как тут управление? Ага, все. Вот, так, наша задача отправляться вон туда вниз. Что ж, давайте отправим пока туда наш корабль. Вот так вот, как в обычных везде пошаговых стратегиях. Нажимаем сюда, либо, по-моему, Space. И отправляемся дальше. Видим, что наш корабль двигается. Соответственно, кто к нам попадет в зону действия, тот того мы сразу увидим. Опа, так. Нам. Оба. Так. Сейчас время пострелять, показать, как это делается. Наводим цель. Мы видим, что, видимо, по-моему, наверное, это надо будет делать на распоряжение. Но мы сейчас все равно постараемся. Сразу стрелять он не будет. Видите, все идет в пошаговом режиме. Соответственно, сейчас мне нужно отключить коммент, то есть включить действие. И мы начнем стрелять. Да, мы начали стрелять, но мы начали стрелять очень мимо, потому что мы движемся. Ну, мы, кстати, его почти убили. Ой-ой-ой-ой-ой, в нас начал стрелять вон тот гад. То есть мы любому оружию имеет свойство перезаряжаться. Что, кстати, игрушка очень, кстати, забавная. Вот на iPhone, если я такую не точно поставлю. Так, а как кораблю сказать стоп? Я не хочу сюда плыть. Все, стоп. Все стоит на месте. Вот так вот.
И в каждую, как мы видим, ствол мы им управляем. Так, а что за пушка такая? Давайте сейчас тоже проверим. Всякие ракетницы есть, видите? Так, то есть мы корабля мы не можем стрелять, нам все корабль один дали. Остановился корабль мой, хоп-хоп. Какой-то многокалиберка какая-то стал стрелять. Так, ход номер 5. Кстати, так, перезарядка щиты. Давайте вот здесь включим щит, пока у нас пушки. Этот ход у нас перезарядка, смотрите. Ой-ой-ой, нас внизу корабли нашли. Нужно отступать. Так, это не есть хорошо. Хорошо, тогда мы откроем по тебе огонь. То есть, смотрите, если корабль будет стрелять, надо стрелять на спряжение. Так, и, соответственно, тут есть такое свойство, как промахиваться. Блин. Ладно, пока будем этот ход стоять на месте, стрелять из всех орудий. Неплохо, неплохо по графику, кстати, для айфона. В принципе, будет вообще просто замечательно смотреться. Очень замечательно. Так, я думаю, нам нужно, наверное, отступить. Кстати, мы можем даже наш корабль поворачивать в разные стороны. Соответственно, корабль же стреляет только сторонами. Так, давайте. А, нет, 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 нет. На месте это задний ход. Все, понял. Вот эту. Да. Нет, я же сказал нет. Корабль. Так, вот он, задний ход. Давайте, давайте задний ход. И отстреливаться от них. Так, у нас вот эта пушка перезарядилась. Сейчас мы откроем. Так, вот я думаю, по ним огонь. Пошли. Двое там. Ух ты, ух ты, ух ты. Последним выстрелом остался, смотрите. По-моему, им хана. Сейчас сюда начнем огонь из этого орудия. Ну, кстати, довольно очень забавно. Не, это, не, эти пушки не дострелят. Так, а здесь второй какой-то режим. Что написано? Fire and will. А. Вести огонь, когда видит, что ли, как-то так. То есть он может даже автоматически. Впереди еще включим щит. То есть вот такие возможности у нашей лодочки есть. Ого-го. Смотрите, щиты тащат. Так, есть, потопили. Теперь включаем. Так, убрать задний ход, включить передний ход. И нет. И отправляемся вон туда. Так, включаем следующий ход. Кстати, очень интересно, забавно получается играть. Так, поплыли же мы, правильно, да? Все, пошли, поплыли мы. Не очень пока понятно, сколько длится ход, потому что идет все кружком. Мы можем делать некий флешбэк под вот этой иконкой, когда мы не ходим. Есть внизу вот иконка такая. Мы можем делать флешбеки, возвращаться на один ход назад. Если мы сделаем ошибку, ну, видимо, это только для сингла есть. В мультиплеере это вряд ли. Что такое, в кого стреляешь? Мультиплеер. Что там написано? Мины, что ли, там или что? Пофигу, пройдем. Чё-то мой корабль стал гореть. В мультиплеер на 4 человек рассчитан. Так. Там двое плохих. Отправимся сюда и начнем. Ага, не, не начнем. Не достреливаем, да? Или достреливаем? Не, не достреливаем. Ладно, нет. Ремув. А почему здесь? Ремув. Надо подойти к ним ближе на безопасное расстояние. А, ну это всего лишь катера, я думаю, сейчас мы этот катер. Он там еще второй был. Ага, кривой. Прям на ходу начал стрелять. Ну да, по катерам будет сложнее, они быстрее, если. Нет, это совсем заднее оружие. Нет, совсем ближнее оружие. Вот она. Так. Ах ты, не сразу, видите, стреляет мой корабль, к сожалению. Имеет свойство заряжаться. То есть в этот момент, если бы он. Оба, внизу тоже кто-то. А, ну все, понял. Автоматически Fire at Will стоит, да. Можно не обязательно наводить самому оружиями. Можно.
просто управлять нашим кораблем. Управление дается очень большое. Щиты можно управлять щитами. Ух ты, большой корабль. Давайте-ка вот сюда свернем. И щиты включим на вот этот бок. Очень здорово, интересно, реально интересно играть. Ну не знаю, друзья, как-то мне давно я такого не видел. Так, теперь щиты же в эту сторону. Огонь. Так, он чинится. Огонь. Каким образом он чинится? А я умею чиниться? Нет, по-моему, я не умею чиниться. Ладно. Так, щиты в перезарядке. Замечательно. Надо было трогаться. Огонь. Давайте. Классно. Вот эти выстрелы здесь вообще просто здорово сделано. Готово. Так. У нас жизни-то не очень много еще осталось. Наша задача вообще, видите, где желтая. То есть туда доплыть. Не знаю, как у нас сейчас это получится или нет. Давайте хотя бы до острова дойдем. Вдруг там кто-то есть. Там мы посмотрим. А, вот у нас пошла починка тоже, видите? Только медленная у нас почему-то идет починка. Видимо, корабль у нас слабый. Ага, какой-то класс Heavy Destroyer. Тяжелый Destroyer. Давай, Destroyer, PvP или засал. Обнаружен, ротирует класс Destroyer. Так, а мне не хочет тут гигантский корабль, который у нас там стоял, помочь? Так, ладно. Наводимся на него. Ну, в него попасть проще, он большой. Но сильный. Ну, надеемся на наших стрелков. Огонь! Ого, он еще и бронированный. Ух ты, это что такое? Так, пошло мимо меня. Давайте разворачивать наш корабль. Вот этой стороной. Очень удобное управление, между прочим. Твою ж налево. Надо щиты включать. Да уж. Щиты. Огонь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, щит спас. Ой, щит спас. Еще раз щиты на бок. Ой, если щит нас не вытащит, мы сдохнем. И щит перезарядки. Кстати, я даже каждый раз, когда попадение, видите, корабль начинает по спряжению, то есть отклоняться. То есть либо туда, либо сюда. Это очень здорово. Кстати, я не стреляю, назад такой откатывается. То есть физика в игре присутствует. Вот такой выстрел. Еще залп из пушки. Бах! Победа. Рапортирует нам наш боец о том, что мы победюкали. Так, видимо, задача вообще сюда... А, надо вообще сюда доплыть, да? Здесь у нас какой-то наш же корабль, правильно? Это наш корабль. Мы даже, по-моему, управлять им можем. Смотрите, уже двумя могу кораблями управлять. Так, открылась, смотрите, еще там территория. Смотрите, она гигантская-то территория на самом деле. Просто она открывается постепенно, можно. Карта, оказывается-то большая. Я думал, это всего лишь такая маленькая. Так, ну, давай, подходи. Наш маленький кораблик. А этим кораблем пока могу же я, нет? А, нет, не могу. Смотрите, когда идет вот этот вот ход, я кораблем управления, то есть, не могу делать, включать. Так, интересно, они умеют в острова врезаться? Сейчас мы это проверим. Есть.
Победа. Ага, всего лишь нужно достичь желтой точки. И тогда мы с вами проходим миссию. Так, ну что? Нам что-то дали. Очки какие-то, няшки какие-то дали. Можно даже сохранить реплей на память. Даже вот такие вот штуки можно делать. А есть какой-то у нас счет, размер флота, т.т.т. Смотрите, в следующем бою мы уже можем, смотрите, выбирать какой-то определенный тип войск. У каждого, смотрите, корабля есть свои показатели. Армор, защита, ship health, жизни корабля и скорость корабля. О, мы даже можем надевать какие-то пушечки на наш корабль, представляете? Ой, сколько их тут много, друзья. Это прям целый гигантский корабль. Защитные системы, нападающие системы. То есть в дальнейшем нам, значит, будут открываться. И, значит, система прокачки не просто так, что мы будем разнооружие покупать, корабли. То есть в интернете с друзьями будет или с соперником каким-то живым будет интересно играть, потому что вы будете прокачиваться, стрелять. Да, игра действительно интересная, друзья. Ну, честно скажу, что действительно интересная. Так, ну, я даже не знаю, что поставить. Это что такое-то хоть? Но, к сожалению, игра на английском языке. Вот это, конечно, минус. Барбаросса, дама, еще 50-80. Давайте такой поставим. А куда ее ставить-то? Типа крестики. Я такие оружия на этот корабль не могу устанавливать, да? А какие могу? Вот такие могу. Щиты какие-то. Вон там щит стоит. Ой. Ой. Ой, я что-то сейчас поставил туда. А если вот так? Ага. Типа. Снять, да? А, все, друзья, понял. Они как-то по клеткам действуют. Смотрите, я его сейчас снял. То есть, видите, вот эти клеточки? То есть, вот это на две клеточки доступно. А вот эта штукенция на сколько? Такая штукенция у меня уже есть. То есть, я могу щиты снять, сюда поставить пушку. Такая это на сколько клеток? Это вообще что-то почему-то никуда нельзя установить. Да, верните мне. Как мне установить оружие? Не совсем понимаю, как это все делать. Ну, в общем, друзья, вы разберетесь. И, по-моему, я себе корабль загадил. Можно даже какие-то апгрейды у кораблей есть. Смотрите, статистика. Да, don't save. О, все, я не испортил корабль. Ха-ха-ха. А у кораблей есть какие-то поинты. То есть, здорово, интересно. Скаута могу купить еще себе, смотрите. Вот на скаута, давайте что-нибудь на скаутом поиздеваемся. Вот, допустим, сюда такую поставим пушку. И все, да? Чтобы я щиты повесил. Смысл вот этих щитов. А, у нас, по-моему, поинтов не хватает. То есть у нас, как получается, водоизмещение. У каждого корабля есть же водоизмещение. Вот он, limit expansion. Он тут вот есть. Если водоизмещение перебор, то корабль пойдет ко дну. И нельзя такой корабль выпускать. Вот в чем дело, друзья. Так что эту пушку лучше снять. Все равно 40-30. Что я там еще не устанавливал? Ладно, don't save, ну нафиг. Посмотрим стандартный набор. Классы, как мы видим, список будет большой. Значит, есть всякие дестройеры, линкоры. А может быть, и авианосцы есть. Don't save. Ready, ладно, ready. Сейчас посмотрим, как выглядит следующая миссия. Уже следующая миссия будет какая-то большая карта. Смотрите, нам радирует. Защитите Анталин Эрик Альфа. То есть, смотрите, классно все сделано. То есть, что-то нам надо защитить. Вау! Тут прям целая базяра. А что, базы тоже умеют стрелять? Друзья, база, по-моему, тоже умеет стрелять. Здорово, здорово. Мне это уже нравится.
Так, защитить. Наверное, лучше стоять на месте, да? Так, откуда они попрут-то хоть? То есть очень это здорово придумано, друзья. Подождите, это свой или чужой? А где враги-то? Вон, пошли враги, пошли враги. Ой, ужас какой. Со всех сторон пошли. Вот это уже интересно, друзья. Представляете, это 4 на 4 с друзьями. Это это очень здорово. А эти ресторан тут есть? Сейчас мы посмотрим. Бух, он, смотрите, он сквозь меня не проплыл. Он у меня врезался. Ой, смотрите, реально строения всякие, смотрите, есть. Они стреляются. Это очень здорово, здорово. Ух ты, дум. Классно вообще, просто эти вот эти выстрелы просто здесь. А, дамаг по мотору, двигателю. Так, а если этот уже перезаряжается, это какие-то пушки странные. А у этого тоже какие-то странные. Так, ты. Давай-ка вот сюда стреляй. Огонь! А, есть свойство промаха, то есть вот такие дела. Мы сейчас этот корабль потеряем. Видимо, если мы потеряем корабль, то мы с вами в следующей миссии. А мы с вами... А почему эта пушка не стреляет? Ну, друзья, это очень довольно забавно и интересно. Ну, я думаю, на этом мы первый взгляд уже закончим, потому что мы уже начинает меня увлекать в это играть. Я думаю, еще в это я поиграю потом. Действительно, игрушка заманивает и интересно. Всем очень советую. Leviathan Warships. Особенно, если когда делать нечего, поставить это на телефон и где-то в это играть. Это будет очень-очень здорово и забавно и интересно. Что ж, а для тех, у кого нету телефонов, планшетов и так далее, зайдите в Steam. В Steam приобретите эту игру. Там тем более можно тоже играть с друзьями, либо с... соперниками. В общем, карты там тоже разнообразные, большие, прикольные и очень интересно. Что ж, друзья, на всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Феникс. Пока-пока.